Артистка, которая через несколько мгновений появится на этой сцене, известная артистка и любимая артистка и в стране, и в Ленинграде, и в Петербурге. Я не могу сказать, что она росла на стихах Ильи Резника, но вместе с ними она росла. Открывался ее талант. Она пела песни, которые мы любим и знаем, в самые ответственные периоды жизни. И она часто признается, стихи Ильи Резника помогали мне тогда, когда было невыносимо трудно. Наверное, поэтому судьба свела их, наверное, поэтому они оказались рядом и шагают по жизни, как два ярких художника. Все остальное скажет она сама. Азиза. Я люблю, как сумасшедшая, я люблю, как ненормальная.
Азиза.